Герой из трущоб. Помогла. Ты иди, ему сказала, навстречу своей судьбе. Оставив все, пустился в путь. Имя его Ким. По дороге опасностей много, но много друзей. И, конечно, Ким самый добрый, неумный, неловкий. И страха в нем. Предсказание Кима сбывается. Он встречает человека на белой лошади, полковника Крейтона. Благодаря медали, которую он показывает полковнику, тот признает его сыном своего старого друга. Он забирает Кима с собой, надеясь помочь ему поступить в колледж Сан-Саверио. Тигр. А вы долго дружили с отцом? Не очень долго. Эта дружба была крепкая, но у нас были особенные отношения. Какие? Я был старше его по званию, а в армии правила твердые. Я не мог показывать слишком открыто свою привязанность к твоему отцу. Ну вот мы и приехали. Вы не помните календарь, сеньора? 30 дней у нас в ноябре, в апреле, в июне и в сентябре. А 28 дней только в феврале, во всех же других... Разве я сильно ошиблась датой, мистер Барни? Да ведь вы сказали, что Рим был основан 31 апреля 753 года. Папа, ты вернулся наконец-то! Эльза! Хорошая моя Эльза! Как ты, дорогая моя? Мне тебя так не хватало. Что? Это ты? Это невозможно! Но ты... Подожди, что с вами двумя? Не может быть! Ты его дочка! А что ты здесь делаешь вместе с моим отцом? Вы уже знакомы? Конечно. Несколько месяцев назад он был в нашем доме, в Амбле, с листиком бумаги, на котором были дырочки. И он сделал все, чтобы он оказался у тебя. Не может быть. Ты? Это ведь ты передал родословную племенного жеребца. Вот это судьба. Это действительно невероятно. Ты действительно необыкновенный юноша, Ким. Ха, да если ты хочешь знать, то именно я помогла ему так блестяще все сделать. Что бы он делал, если бы не я? Эльза, что ты говоришь? Ты не должна никогда вмешиваться в подобные вещи. Обещай мне. Ты меня поняла? Конечно, я обещаю, папа, раз ты так нервничаешь. Извини мое сокровище, но все, что связано с моей работой, может быть очень опасным. Я поняла. Но что он делает здесь? Ты не можешь его помнить, Эльза. Он появился здесь раньше, чем ты. Он родился в этом доме. В этом доме? Я знаю эту фотографию, папа, я видела ее миллион раз. Да, но я уверен, что даже за миллион раз ты не заметила одну деталь на этой фотографии. Смотри, вон, внизу, справа. Но это рука! Да, это твоя рука, Ким. Действительно. Что я делал там на земле? Ты полз к Эльзе, но твоя мама остановила тебя. Видишь, какое недовольное выражение лица у Эльзы? Должна была быть вспышка магния, которая используется для того, чтобы освещать фотографии. А после вспышки Эльза начала плакать. Внимание! Улыбнитесь! Эльза заплакала от вспышки, и тогда ты подобрался к аппарату и бросил вспышку на землю. Я и твой отец взорвались от смеха. Мой отец был там! Конечно. А потом фотограф не мог забрать у тебя вспышку. Почему? Ты как рыцарь, который разгромил дракона и спас принцессу, забрал себе боевой трофей. А потом? А потом Эмили, моя жена, положила Эльзу рядом с тобой, и ты наконец бросил вспышку. И Эльза прекратила плакать. Мы играли вместе. Постоянно. Вы были неразлучны.
так же, как и мы с твоим отцом. А моя мама? Она была очень порядочной женщиной. У нее были прекрасные отношения с Эмили, они могли гулять часами в парке. Эмили обожала гулять. Хватит! С меня достаточно! Мне неинтересно, что я делала в 2 года, и тем более, что делали вы двое! Что на нее нашло? Она все еще переживает потерю матери. Воспоминания о прошлом приносят ей боль. Но, возможно, теперь, когда ты здесь, ей станет лучше. Уходи! Не приближайся к моей комнате! Вон! Извини, я хотел только... Мне совершенно неинтересно, чего ты хотел! Мне жаль. С возвращением, полковник! А, спасибо, мистер Барни. Как дела? Очень-очень хорошо. Эльза, кажется, особенно любит историю древности. Тогда переходите к современной. Представляю вам Кима. Он пробудет у нас в доме какое-то время, и я прошу вас давать уроки и ему тоже. Имеете в виду историю Индии, господин? Нет, этот юноша англичанин, как и мы с вами. Его отец был моим лучшим другом, и я теперь о нем забочусь. Я прошу прощения. Ничего, начинайте сегодня же вечером, мистер Барни. Будет сделано, полковник. Вы не против, если мы начнем с истории нового мира? Нового мира? Это Америка, мой мальчик. Ты никогда не слышал о ней? И Англия признала независимость американских колоний 30 ноября 1782 года. Итак, 4 годами позже первым президентом США был избран Джордж Вашингтон. Я никогда не слышала до этого историю американцев. Они всегда казались мне более глупыми. Сеньора! Не существует народов более глупых или более умных. Вы меня поражаете. Все-таки они существуют. Индийский народ, например. Святое небо. Во-первых, юноша, вы не индус. Почему? Моя мать была индианкой. Ну хорошо, значит, вы только наполовину индус. Но коренные индийцы вовсе не глупые. Их цивилизация существует тысячелетия. Поэтому их поработили англичане. А во что все вылилось? Какие глупости ты говоришь? Англичане помогают Индии. Мы такие же люди, как и индусы. Что? Ты хочешь сказать, что моя мать была наравне с твоей матерью? Сеньора, прошу вас. Как ты смеешь? Будь добр, не говори больше о моей матери ни слова. Завтра лучше изучать геометрию. История слишком опасна. Мне тоже ее очень не хватает, дорогая. Папа, ну почему? Я не знаю. Знаешь, судьба бывает несправедлива. Все же я здесь, и ты можешь на меня всегда рассчитывать. Спасибо, папа, но тебя почти никогда нет. К сожалению, моя работа требует много времени, частых поездок, и на мне всегда большая ответственность. Когда ты снова уезжаешь? Скоро. Но ты приехал только вчера! Меня срочно вызвали в Дели, поверь, мне тоже очень жаль. Хорошо, уезжай, уходи, ты мне не нужен, мне никто не нужен, понятно? Эльза, подожди. Что ты делаешь здесь? Совсем ничего. Я увидел этот рисунок тигра и вошел посмотреть его поближе. Он очень красивый. Бесполезно. Ты что-то искал, не оправдывайся. Нет, он правда красивый. Ты видела когда-нибудь тигра? Конечно, я охотница. Я убила его, а потом я нарисовала портрет. Ты серьезно? Конечно. Посмотри сюда. Это все мне подарил мой отец. Я ходила с ним на охоту, когда мне не было и 5. Вот это да! Сколько тигров ты убила? По крайней мере, 50. И раньше, чем мне исполнится 16, их будет 100 на моем счету. Знаешь, мне кажется, мы с тобой очень похожи. Ты ошибаешься. А вот и нет, я тоже люблю рассказывать всякие небылицы. Выйди немедленно из моей комнаты! Я не хочу больше видеть твою физиономию здесь! Тогда где ты ее хочешь видеть? Выйди вон! Ухожу, ухожу. Но я думаю, что если бы ты увидела тигра вживую, ты бы убежала от страха. Прекрасные духи, мисс Кук. Они напоминают аромат невесты на свадьбе. Спасибо, мисс
мистер Барни. Можно узнать, где Ким? Почему он не за столом? Что ты хочешь от меня, папа? Я не могу заставить его есть. Не разговаривай так с отцом, Эльза. Нехорошо. Хорошо, папа. Юноша немного импульсивный, но беспокоиться не о чем. К тому же Ким не отличается пунктуальностью. Эльза. А? Что с тобой? Тигр! Тигр! Где? Там, в окне! Мистер Барни, не вижу! Ничего не вижу. Я не вру тебе, я видела его папу там на улице. Ну хорошо, сейчас я пойду посмотрю. Нет, не делай этого, подожди! Никого. Там снаружи никого нет, Эльза. Пожалуйста, успокойся. Но я клянусь тебе, что я видела его. Извините, что опоздал. Садись, Ким, ешь, а то остынет. Спасибо, полковник. Превосходно. Извини, Эльза, а мне послышалось, что ты увидела что-то. Занимайся своими делами и оставь меня в покое. Эльза. Извини. Не понимаю, что с тобой? Ты немного странная. Видишь несуществующих тигров. Тигров? Эльза утверждает, что у нас завелся тигр, который гуляет по саду. Правда? Тогда мы должны организовать охоту! Я против! Эльза, немедленно вернись за стол, будь воспитанной. Хорошего путешествия, полковник! Спасибо. Прощай, папа. Эльза, не хочешь прогуляться по парку? Не хочу. Я не хочу тебя видеть и слышать. Оставь меня. Хорошо. Ты хочешь войны, и ты ее получишь. Сегодня рыночный день в деревне. Майкл, не сходишь за покупками? Я готов идти, мисс Кук. Это список. Прошу тебя, не дай себя запутать этому хитрецу-пандиту. Кто здесь? Помогите! Сеньорина Эльза, что случилось? Тигр! Я видела его! Он был в метре от меня! Опять? Вы точно чувствуете себя хорошо, сеньора? Какой я молодец! Эй, Дри! А ты где был? А ты слышал, какой рев был? А, что скажешь? Хороший тигр? Дри! Это ты? Нет, это явно не ты. Ну как мне вам доказать? Он здесь, в саду, я видела его! Но, сеньорина, это невозможно! Тигр, тигр в саду! Что? Теперь ты веришь мне, а? На этот раз это тигр настоящий! Бандит! Что ты здесь делаешь? Тигр! Тигр приходил в нашу деревню! Давайте запремся в доме! И не будем выходить! Когда он приходил, бандит? Первый раз он появился на прошлой неделе. Он воровал овец и куриц, а потом пропал. Мы прочесали все леса, но сегодня утром он вернулся! В деревне паника, все попрятались по домам! Но что вы намереваетесь делать? Надо сообщить полковнику раньше, чем тигр кого-то съест. Мы должны организовать охоту на него. Хорошо. Я попробую нагнать полковника. К вечеру я доберусь до Дели, и, возможно, завтра утром уже полковник будет здесь. Мистер Барни, дети уже в своих комнатах. Мистер Барни, где вы? А вот и я, мисс Кук. Но... Мистер Барни! Теперь вы можете спать спокойно, мисс Кук. Я буду караулить вас всю ночь. Но где вы нашли это ружье? Оно было на стене в зале трофеев. И в ящике я нашел патроны. Если этот зверь появится, у него будут серьезные проблемы. Ах, вот что! Ну, простите, где вы взяли шляпу? Что? Не знаю, я просто взял ее, вот и все. Понимаю. Тогда вы будете хорошим дозорным. Спокойной ночи, мистер Барни. Кто это? Это я. Я должен сказать тебе важную вещь. Хорошо, входи. Привет. Ну что? Прости меня, Эльза, я был неправ.
Хорошо. Я рада, что ты это понял. Но я должен тебе еще кое в чем признаться. Я понимаю, о чем ты. Я тоже хочу тебе признаться. Лучше ты первый скажи. Хорошо. Помнишь, ты видела тигра в окне и потом еще в саду? Это был я со шкурой на голове. Что? Ты шутил надо мной? Секундочку, но тогда в саду я тигра не видела. Да, я только рычал, но потом я столкнулся с настоящим, нос к носу. Он был такой огромный. Должно быть, это тот, что приходил в деревню бандита. А ты в чем хотела мне признаться? Ты был прав. Я никогда не убивала тигра и никогда не охотилась с моим отцом. А ружье и костюм охотника в шкафу? Он подарил это мне, но до сих пор я еще не одевала его. Да, мне кажется, самое время его достать. Мистер Барни! Мистер Барни! Завтрак готов! А, конечно, спасибо. Я лишь на минутку закрыл глаза. Я знаю, конечно. Располагайтесь на кухне, я собираюсь позвать ребят. Да, хорошо. Мисс Кук, вы действительно женщина, на которой можно жениться. Мистер Барни! Что случилось? Дети! Они исчезли! Значит так, тигр один раз был у нас дома и два раза приходил в деревню. Таким образом, если мы будем двигаться к деревне, мы должны будем встретить его. Немного нелогично. Не находишь? У тебя есть план получше? Нет, но твой план точно неправильный. Почему же? Хотя бы потому, что мое ружье у тебя. А у тебя костюм охотника, мы все правильно разделили. Костюм и ружье — это один комплект. Можем поменяться, если хочешь. Оружие, к бою! Что? Слышала, там, в кустах. Какой симпатичный! Стой, Эльза, не надо! Иди сюда, маленькая, не бойся, я тебя не обижу, но... Что? Эльза, Ким, мистер Барни, что происходит? Где дети? Этот запах не смыть, он будет преследовать меня всю жизнь. Ну как может такое симпатичное существо иметь такой отвратительный запах? Как? Не понимаю. Лама обязательно ответил бы тебе как-нибудь красиво. Кто это? Мой учитель. У тебя есть наставник, как мистер Барни? Что-то вроде того, но он необычный. Он сказал бы Сконсу пару слов, и тот не стал бы ему делать ничего плохого. Вот так. Он знает язык животных? Да. Один раз мы встретили огромную кобру, и он разговаривал с ней, как со старым приятелем. Как же так? Я подошла к этому Сконсу с лаской? Да, действительно, это было так. Но надо идти, давай не будем болтать здесь. Спасибо, что помогаете, Беннет. Это вас не затруднит? Я всегда готов помочь, полковник. Если тигр в этой зоне, солдаты погонят его сюда, а мы его встретим. Я не могу поверить, чтобы моя девочка была такой бессознательной. И тем более Ким. Как он мог? Вы уверены, что дети в джунглях, полковник? В моем шкафу нет костюма и ружья Эльзы. Это Ким виноват. Возможно, брать его к себе в дом не очень хорошая идея. Ким, далеко еще до деревни? Нет, я думаю, нам осталось совсем чуть-чуть. Ну подожди минуточку. Это странное дерево, мне кажется, мы его уже проходили. Что ты говоришь? Это невозможно. Иди посмотри. О, нет, я не верю. О, да, поверь, ты водишь нас по кругу. Как же так? Как я заблудился? Мы потерялись, это очевидно. Что же нам делать? Возможно, мы могли бы позвать, но... О, ужас, смотри, это следы. Следы тигра. Их точно не было здесь до этого. Это говорит о том, что он очень близко. Беннет. Смотрите, вон там. Ого, огромный. Туда, давайте рассредоточимся. Смотри. Вижу. Может, мы должны остановиться? Это был кабан. Ким, рядом, смотри! Чего ты ждешь, Ким? Скорее стреляй! Нет! Ты сошел с ума?
Учитель бы не убивал его, я уверен. Тогда он съест нас! Надо поговорить с ним. Какая глупость! Я закрою глаза и представлю, что это только страшный сон! Здравствуй, король джунглей. Должно быть, твоя душа благородна, раз ты возродился в таком обличии. Я обречена на смерть! Главное, не бойся. Или в следующий раз ты родишься мышкой. Или даже червяком. Ну и что же он сказал на своем языке, как ты думаешь? Не знаю, а ты уже открыла глаза. Я нет, а ты? Нет, даже я нет. Раз, два и три. Где он спрятался? Там, сзади, посмотри. Какой симпатичный. А, это была тигрица, а не тигр. Осторожно, он может укусить. Возможно, мама хотела познакомить его с обедом. Ты нравишься ему. Он понял, что я нежный бифштекс и без жира. Давай, погладь его. Ты щекотишь меня? Ты красивый малыш. Так вот для кого тигрица воровала животных из деревни. Она искала пищу для малыша. Ким! Охота, значит, твой отец здесь. Но что она делает? Уходит? Стой, они убьют тебя. Ким! Хороший мальчик. Теперь ты за все заплатишь. Беннет. Убил. Нет. Ким. Проклятие. Не было никакой нужды убивать ее. Ким, где Эльза? Идет, господин. Будьте спокойны, она в порядке. Попал рядом с ухом. Мех не тронутый, это будет великолепный ковер. Теперь твоя душа еще благороднее, король джунглей. Возможно, ты теперь будешь божеством. О, нет! Эльза. Вы не должны были убивать ее, папа! Моя девочка, ты в порядке? Нет, это нехорошо! Как же он теперь без матери? Но... мне жаль, Эльза. Я хорошо знаю, что он чувствует теперь. И я тоже. Я не могу вернуть ей жизнь. Но кое-что мы все-таки можем сделать. Удивительно. Индейка – мое любимое блюдо. На этот раз вы превзошли себя, мисс Кук. Спасибо, полковник. Кому первый кусочек? Ты что творишь такое? А вот чертенок. Мока, остановись. Мне жаль, папа. Мока! Моя индейка! Все-таки я не понимаю. Ни слова, мистер Барни, я прошу вас. Мока! Плохой, плохой, брось ее! Смотри, он выглядит как генерал. Давай не будем говорить это моему отцу. Ему не хотелось бы выполнять приказания тигренка. Мультфильм озвучен на студии Handmade Sound. Перевод Александры Шедловской. Песню исполнила Александра Смирнова. Роли озвучили Дмитрий Богдан и Екатерина Кудринская. Звукорежиссер Артем Каркач.